Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарские баскетболисты сыграют за сборную России на первенстве Европы. Стрелки ЦСКА победили на международных соревнованиях. Самарский дзюдоист выиграл всероссийские соревнования «Мемориал» Юрия Зайцева. Дзюдоист Армен Товмасян завоевал золотую медаль в тяжелом весе во всероссийских соревнованиях в памяти заслуженного тренера России Юрия Зайцева. По правилам, ему, как победителю турнира, присвоено звание «Мастер спорта». До этого он был кандидатом. В Москву за наградами, кроме Товмасяна, ездила сборная Самарской области еще из 4 спортсменов. Это Никита Седов, Глеб Шумилов, Алико Джеладзе и Вадим Радивилов. Мастера международного класса по стрельбе Дина Дроганова и Евгений Ищенко выиграли Кубок Вольтера. В Смедерово, Сербия, Дроганова показала лучший результат, стреляя из пневматической винтовки стоя. В командном зачете Ищенко добился двойного успеха, у него 2 золотые медали. Также в командном и еще в личном зачетах. Тренер баскетбольного клуба «Самара» Игорь Грачев и центральный нападающий Дмитрий Халдеев в составе сборной России начали подготовку к юниорскому первенству Европы. Турнир пройдет в турецком «Самсуне» с 16 по 22 декабря. Грачев, кстати, возглавил команду. Соперники россиян на первом этапе – Франция, Сербия и Словения. В четвертьфинал выйдут по 2 лучшие команды из 4 групп. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой!